Если перевести на русский язык, этот национальный музыкальный инструмент называется деревянная гармонь. И связана с ним одна вайнахская притча. Когда шли большие сражения, и когда решалась судьба народов, и когда вроде как бы все уже было решено, то есть состоялись большие сражения, и в тот момент, когда неприятель пришел на тот или иной участок, оттуда услышали вот игру на этом инструменте. И неприятель отступил, сказав, что если хоть один человек остался, который умеет играть на этом инструменте, этот народ невозможно победить.